Петровская область планирует наращивать торговые взаимоотношения с Беларусью. В регион с деловым визитом прибыла делегация предпринимателей Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Бизнесмены строительных компаний заинтересованы в создании совместных предприятий в Петровской области. Западный регион привлекает партнеров удобным географическим расположением, что может значительно упростить логистику. А база для укрепления отношений уже имеется. В области успешно работает 5 компаний с участием белорусского капитала. За 5 месяцев товарооборот между странами составил более полумиллиарда тенге.